Добрый вечер. Основной вопрос нашей жизни, волнующий нас более всех других, – экономика. Все мы помним лозунг «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Коммунизм остался в прошлом, и чем дальше мы от него уходим, тем дороже становится электрификация. По вопросу электроснабжение города мы обратились к директору Севастопольского предприятия электросетей объединения «Крымэнерго» Владимиру Филипповичу Печникову. Владимир Филиппович, имеет ли место ограничение в электроснабжении города и потребление организациями и предприятиями электроэнергии? Да, к сожалению, такие ограничения имеют место. Все предприятия и организации города получили на год установленный лимит электропотребления с разбивкой по кварталам, который наше предприятие контролирует. И вся электрическая энергия, потребленная сверх этого лимита, оплачивается предприятиями и организациями в 10-кратном размере. Ну, причин таких ограничений много, я не буду долго на них останавливаться. Кроме ограничения электропотребления, в осенне-зимнее время в часы максимума нагрузок вводятся и ограничения по мощности в связи с недостатком пропускной способности линий, питающих Крым, и недостаточной мощности электрической в самом Крыму. Поэтому как ранее, так и в будущем мы вынуждены будем в определенные часы суток максимум электропотребления ограничивать существенно и даже отключать потребителей. То есть придется нам в который раз сидеть в темноте? Ну, к сожалению, да. Не знаю, может быть, это и не будет так часто, но и тем не менее сегодня сказать, что этого не будет, я не могу.